Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. Мне часто говорят о том, что приехать в Австралию невозможно. Я могу сказать, что приехать в Австралию – это легче легкого и проще простого. Это не говорит о том, что любой человек может приехать сюда. Если бы так было, то эта бы страна превратилась бы в мусорную яму. Но для каждого человека, который дружит с головой и готов в действительности посвятить некоторое, скажем так, значительное время и усилия свои на то, чтобы приехать в страну, этот проект будет осуществлен. Первое, что бы я хотел сказать, что, ребята, перестаньте верить всяким агентам. Их тактика, тактика запугивания, smoke mirrors. Они пытаются сделать в вашей голове беспорядок. И они хотят, чтобы были вы в состоянии, когда вы скажете: слушай, возьми меня за руку и отведи, я тебе отдам любые деньги. И эти любые деньги, заведомо, в общем-то, большие, они у вас заберут. Так вот, дорогие друзья, этого не делайте. Не только агенты, не только блогеры, которые тоже являются агентами или субагентами, наполняют мир и могут делиться с вами информацией. Есть много других людей, которые позволят вам узнать больше о том, как сюда приехать. В действительности есть агенты, и не один такой Александр Петров, который говорит вещи более понятные и более правильные. Но постарайтесь, по крайней мере, сепарировать людей, и если вы видите их стремление заработать деньги, и если они пытаются вам назначать платные консультации, сразу об этих людях забывайте. Меня подвиг на этот ролик и очень сильно возмутил комментарий одного из агентов, что для 32-летней израильтянки невозможно приехать в Австралию. Что за дичь? Это не может говорить агент, не миграционный, не образовательный, такие глупости. Я бы еще понял, если был бы какой-то воюющий Афганистан. Но воюющий Израиль — это уже не та страна, из которой так сложно уехать и так сложно приехать в Австралию. Это чушь. И, соответственно, воюющий Израиль или нет, воюющая Россия или нет, из этих стран можно сюда приезжать. Но надо подготовиться. И первое, что, точнее, второе, что бы я вам хотел вам посоветовать. Первое, не пользуйтесь услугами вот таких вот агентов, вот таких советчиков. Второе, что бы я вам хотел посоветовать, это получайте свою миграционную грамотность. Ребята, ну что же такие безграмотные? Вас легко обмануть только потому, что, как поэт говорил, меня вам обмануть не сложно, не трудно, я сам обманываться рад. Вы, на мой взгляд, просто каким-то мазохизмом страдаете. Получайте, пожалуйста, иммиграционную грамотность, и не надо никому обращаться будет после этого, по крайней мере, для того, чтобы сюда приехать. И приезжайте сюда по туристической визе. Но вообще-то неплохо быть нужным этой стране. Это пригодится позже, когда вы захотите здесь остаться. Когда у вас есть хорошее знание английского языка, когда вы профессионал, когда вы, в конце концов, красивая женщина или очаровательный спортивный мужчина, то, наверное, на вас будет спрос не только как на профессионалов, но и как на брачного партнера. Партнера в бизнесе. Во многом, кстати, внешние данные тоже помогают в плане бизнеса, потому что я знаю людей, которые бывшие спортсмены, которые являются лицом очень многих крупных компаний, банков. И это все понятно. Человек – это лицо компании, это лицо должно быть привлекательным. Поэтому сделайте все для того, чтобы быть нужным этой стране. Что бы я еще хотел, это то, чтобы вы готовились и готовили визовую историю, готовили финансы, финансовую подушку, чтобы можно было его показать, этот ваш фундамент, с которого вы уже будете запрыгивать в Австралию, эту ступеньку, и чтобы у вас в действительности реально были деньги на осуществление вашей мечты, да в конце концов, чтобы оплатить первую часть вашего образования, допустим, в Австралию, чтобы в итоге получить визу и возможность идти дальше. Всесторонне готовьтесь к своему проекту. Да, это проект, и относитесь это как вы управляете проектом.
Project Management, соответственно, как вы будете въезжать, какие у вас будут силы, средства финансовые, какой у вас будет уровень английского языка, на что вы можете рассчитывать, как вы будете вести себя с людьми, какие есть возможности в трудоустройстве. Посмотрите все эти компании, все эти позиции, что вам нужно. Я скажу вам так, из тех ребят, которые сюда приезжают, я не скрою, наши ребята намного лучше подготовлены, чем многие другие будущие иммигранты в Австралию, но из вас практически никто не знает по своей профессии список всех документов, которые люди должны знать, каких-то стандартов в индустрии, не знают каких-то прописных правил, не знают, что вообще требуется для того, чтобы быть успешным профессионалам. Тем более, мало кто вообще знает о компаниях, в которых они могут работать, какая организационная структура, какое оборудование, опять-таки, какими стандартами они руководствуются. Вплоть до мелочей это же все можно изучить. Какие проекты они выполняли, как работали, какая была специфика оборудования, какое программное обеспечение использовалось. То есть это все надо изучать. Это не составляет абсолютно никакого труда. Поэтому, подытоживая мой такой немножко сумбурный, наверное, ответ людям, которые недоумевают, как же так, оказывается, страна закрыта, сюда невозможно въехать, возможно, дорогие друзья. Ваши стопоры лежат, во-первых, в вашей голове, а во-вторых, среди тех людей, тех непорядочных людей, которые не просто вас стараются обобрать, они обирают вас до такой степени, что в итоге вы отказываетесь от самой идеи приезда в Австралию. А это глупо. Не так сюда сложно приехать и классно здесь жить. Поверьте мне, за 24 года, даже уже почти 25 лет проживания в Австралии, я никогда не жалел о том, что я сюда приехал. Спасибо.